я смотрю, Рыков, конечно, молодец. Он, я наблюдаю сегодня за ним, он вообще не отбрасывается. Все время старается. Ничего себе! Шайба достается московским армейцам. И счет в матче открыт. Вот как важно не допускать ошибки, потому что ЦСКА за эти ошибки наказывает. Шелунов выводит свою команду вперед. Что касается броска Шелунова, здесь все понятно. Бросок хороший. Ну, а здесь Хельберг. Ну так понятно. Да, отдал шайбу Лайпцигу, и все это оборачивается голом Шелунова. Вот иногда я смотрю на этих вратарей и думаю, вот лучше бы они стояли в ворот. Вот именно стояли.